Александр Побегалов останется рулевым черно-синих в следующем сезоне, несмотря на их неудачное выступление этой весной. 16 апреля Побегалов получил кредит доверия Совета учредителей «Шинника». Наш клуб под руководством Побегалова хорошо провел осенний этап первенства России. Правда, сейчас в нем «Шинник» только 11-й. На базе в Белкино черно-синие готовятся к домашней встрече с Уфой. Их цель – победить дома и, наконец-то, забить весенний гол на глазах у своих болельщиков. До окончания сезона 5 матчей есть шансы подняться вверх по турнирной таблице. Правда, до стыков за премьерку «Шинник» уже не дотянет. Нет ни одного клуба слабого. Приедешь в Ангушт, там будут также ребята, пусть может чуть-чуть хуже мастерством, но биться от ножа. Не говоря об Уфе. Хорошо укомплектованный клуб, который строит свою политику в конечном итоге на премьер-лигу. Есть индивидуально очень сильные игроки, есть козыри, о которых мы знаем. Поэтому нас ждет очень серьезный соперник, и мы это понимаем и к этому готовимся.